заря, чтобы сходить в ущелье, в Ведьмино ущелье. Говори что-нибудь. Всем привет. Ты что спишь? Я нет. Куда ты идешь? На Эверест. Охота? Нет. Ну надо, да? Будем показывать. Алёнь! Это Ведьмино ущелье. Вон туда в ущелье сейчас пойдет Александр. Ну ладно, сейчас дойдем, еще включимся. Мы наконец-то добрались до Ведьминого ущелья. И нам еще чуть-чуть пройти, и мы уже дойдем. Вон туда. Точнее, чуть-чуть. Много, да? Тут, кстати, рыси, медведи, волки водят. Да я не знаю, куда здесь идти. Туда все-таки надо, но я хотела бы туда пойти. Нам в ущелье надо спуститься. Зачем? Чтобы там ущелье, вот там по ущелью идти, по низу. Да? Да. Пойдем. Блин, мы наверх что ли не пойдем? А мы наверх что ли не пойдем? Потом, попозже. Когда в долину, ой, в этот свой. Давай сначала наверх сходим, потом пойдем вниз. Ну давай. Фоткай. А наверху что? Устал. Да. Смотри, как красиво. Вот дай как фотографии. Раз это ущелье. Мама, вот дай. Здесь фотографироваться. Да. А я уже устал. Дошли. Чего говоришь? До верха. Ну, до верха дошли практически. А потом будем вон туда спускаться. Вниз. Ведьминое ущелье. Вон тоже идут техники. Техники решили за нами. Пойдем выше? Погнали. Дай первый пойдем. Сейчас я вам покажу. Наташа. Да. Вот, смотри. Ты вот пофигу. Я под дерево спрятаться. Ага. Ножик. Уже чуть-чуть осталось дерево. Может, мне еще ляпочку залезть? Залазим, мы туда и идем. Не, вот сюда. Да, да, да. Пойди, я залезу, потом тебя сниму. Осторожнее, Саша. Да я по таким умею лазить. Ух, красиво как, смотри. Ой, как красиво. Кстати, вот так вот я вас смотрю. Лайки, кто здесь был? Давай, ползи. Иди вот сюда. Смотри, аккуратнее. Ну, как высоко. Вот ты, считай, покорил Эверест. Блин, смотри, там норка, что ли? Не знаю, наверное. Красота какая. Вон люди тусуются. Где? Вот. Кстати, я вот еще ни одного животного не вижу. Ух. Маня, офигеть, тут все так красиво. Я дальше не пойду. Мне дальше. Вон лицо кто-то нарисовал. На горе, вон, видишь?
едет далеко-далеко. Вон там, вон, даже видно наш дом зеленый, да? Да. Челя меня шатает. Что, залазить будете сюда? Руку нет, подать? Нет. Телефон возьми. Саш, вон папа тебе подаст, он туда встанешь и постоишь. Саш, кричи вы... всем привет, пока. А? Скажи, вниз спустимся, снимем еще. Вниз еще. Вот мы и поднялись наверх. Такая красота. Обалденно красиво. Александр! Подожди, Саш. Саша, подожди, я очки у тебя заберу еще. Как мой ножик поставить? Да нафиг тебе этот ножик? А здесь вон не проще? А? Пойдем вот тут спустимся. Давайте, вот давайте. Вниз. Че, устал уже? Какой? А? Наверное, какой-то зверь раньше жил. От дождя прятался. Давай, спускайся. Роналд, ногами спускайся. Победил ее? Корабль. Победил ее? Я. Все, пойдемте. В ущелье сходим. А на Эверест еще выше. Я на Эверест бы не поднялся. Что говоришь? Так легко идти вниз. Здорово. Хорошо он засыпает, да? Да, хорошо. Лучше, чем лежу. Тоже. Ну, сейчас доберемся. Как я подумала, что этот пень какое-то животное или волк. Угу. Я сначала... Что, сейчас доберемся до этого? До ведьминого ущелья и там поснимаем, да, еще? Да, да. Ну ладно, давай.